ЖК «Олимп». Новый корпус на старте. Решай быстрее. Экономь больше. Новая традиция в первый день весны. Накануне юным клинчанам в торжественной обстановке вручили первый взрослый документ – паспорт. На церемонии в ЗАГС пригласили родителей, руководство округа и нашу съемочную группу. Главный зал отдела ЗАГС, знаменная группа, гимн страны и 13 девчонок и мальчишек. Сегодня они главные герои торжества. Совсем недавно отметили свой 14-й день рождения и шагнули на первую ступень начала взрослой жизни. Теперь везде вместо свидетельства о рождении паспорт буду носить. Не знаю, мне как-то не отличается ничем. Я не думаю, что совсем кардинально все изменится, но думаю, больше ответственности будет. Они очень стесняются такого внимания и пока не совсем понимают, что же впереди их первый документ. Какие права и обязанности дает им эта красная книжечка? Дети приобретают определенные права, в том числе совершать какие-то мелкие сделки, заключать трудовые договора с согласия с законных представителей, также само давать свое согласие на приобретение гражданства Российской Федерации, также и отказа от гражданства Российской Федерации. Кроме прав, которые дети приобретают, также вступает уже и уголовная ответственность. Свой первый паспорт и поздравления от губернатора области юные клинчане получают из рук начальника главного управления ЗАГС Подмосковья и главы округа. Это фактически начало вашей гражданской ответственности перед обществом, в котором вы живете. Но пока вы были детьми, у которых был документ свидетельства о рождении, которым засвидетельствовано ваше появление на свет, которым вы получили имя, фамилию, но теперь вы граждане России с уже своим первым документом. Это очень важно, чтобы дети получали этот документ, этот очень важный документ в жизни каждого человека. Для 14-летнего подростка это вообще очень, очень весомо и важно. Он становится гражданином России. Это, конечно, должно проходить в торжественной обстановке. Кстати, первый день весны стал днем рождения новой традиции. Такая торжественная церемония вручения паспортов юным клинчанам будет проходить в ЗАГСе каждый сезон. Елена Плеснина, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.